Всем привет, друзья! Шоу Лень на связи. К теме. Тема сегодняшнего видео будет «Что такое сострадание?». Как правило, сталкиваясь с большим количеством различных людей, общаясь, я заметил то, что тема и понятие вообще сострадания как-то несколько неверно истолковываются, на мой взгляд. Кто-то считает то, что это когда ты бежишь причинять помощь, что когда ты каждому человеку стараешься помочь, навязаться как-то и так далее. На самом деле сострадание — это великая энергия, которую лично я понимаю через призму следующую. Сострадание — это когда ты понимаешь то, что другой человек делает какой-то неправильный выбор, ты понимаешь то, что его, скажем так, это будет разрушать, но ты не навязываешься, не лезешь в его жизнь и не говоришь ему о том, как ему нужно поступать, а принимаешь его именно таким, какой он есть. Вот что такое настоящее сострадание. Увидимся в новых видео. Подписывайтесь на канал «Записки Шолиня».